Овны, найдите сегодня время для друзей. Взаимодействие с ними наполнит вас радостью. С партнерами в деловой и личной жизни будет полное взаимопонимание. Тельцы. Плодотворный день на работе. Вы с легкостью найдете общий язык с коллегами, а начальник может порадовать деньгами. Хороший день для подписания финансовых документов. Близнецы. У творческих людей подъем вдохновения. И даже если профессия далека от творчества. Сегодня лучше искать нестандартный подход к решению задач. Раки. Работа в одиночестве более плодотворна сегодня. Тем, кто забыл оплатить квартплату и пришел срок выплаты по кредиту, это хороший день, чтобы сделать это. Львы. Разного рода договоренности будут иметь успех. Любое взаимодействие радовать. Благоприятный день для запоминания большого объема информации. Девы. Рабочие обязанности вы будете выполнять с радостью. Захочется сделать больше, достичь определенных целей. Хороший день для работы с финансовыми бумагами, включая какие-то личные задачи, не связанные с работой. Весы. Если позволяет работа, лучше не сидеть в офисе, а отправиться по делам по городу, а лучше в командировку. Возможно, именно там вы найдете романтику, которую так хотите. Скорпионы. Благоприятно заняться медитацией, даже сделать уборку в доме. Вы больше погружены в себя, и достучаться до вас непросто. У людей творческих профессий ожидается всплеск вдохновения. Стрельцы. Работа в команде с единомышленниками предпочтительнее для вас. Вы будете чувствовать поддержку буквально во всем, и это придаст вам уверенности. В личной жизни тоже не нужно тянуть все в одиночку. Козероги. У вас боевой настрой, и поэтому все будет удаваться легко. Возможно, получение денег, повышение. Следите за питанием, обратите внимание на свое здоровье. Водолей. День не подходит для деловых мероприятий, покупок. Могут обмануть. А вот в любви, при общении с детьми, полное взаимопонимание и хорошее настроение. Рыбы. Вряд ли работа будет доставлять вам удовольствие и окажется плодотворной. А вот творческие проекты могут значительно продвинуться.